блогер Валя Карнавал набила татуировку. Парню. Можно я скажу? Сереж, если ты скажешь шпроту... Тогда ладно. А у тебя много? Ну, штук 7, наверное. Ну, одна из них – Новобатайск. Ты откуда знаешь? У тебя есть татуировка Новобатайск? У меня была татуировка Новобатайск, она была на ноге, как, знаете, Made in Russia, типа, но Made in Новобатайск был написан. А блогер Валя Карнавал набила татуировку, не понимая значения пацаны, которой. Пацаны, если не знаете, дайте мне сказать. Давай, давай. Валя Карнавал набила татуировку Джигану. Подходишь к нему, о, Джиган, что-то свободное место. Да, да. Она набила татуировку и забыла где. У меня, кстати, есть... Три белые татуировки. Три белые татуировки. Три белые татуировки, и я иногда про них действительно забываю и не помню. А это татуировки или... Да, это изображение коней. Или ты поцарапал? Не-не-не, это татуировки. Ну давай узнаем, Валь, что там за татуха у тебя. Я тоже так думаю. Правильно, мы отгадали, на память о родном селе. Да, все, есть!